еще в мае прошлого года мы могли закончить СВО проведением операции на окружение по классике. И тогда, я помню, меня самого сильно возмутила вот эта фраза нашего президента, который сказал: мы не будем делать Сталинград под Донбассом. Хотя вполне логично это было бы сделать. Сейчас я понимаю всю глубину замысла. Представим себе, что если бы мы это все сделали. Значит, сейчас не стоял бы вопрос о том глубокой модернизации вооруженных сил, которая объявлена. У нас бы не пошла бы поляризация духовная, о которой мы сказали. Не создавалась бы мобилизация духовного общества. Мобилизация общества, не военная, мобилизация духовное общество. Два. Если бы тогда это сделано было, то морально-психологических условий для глубоких, буквально революционных реформ, которые назрели в нашей стране, созданы бы не было. Сегодня вот это затягивание спецоперации, которое, конечно же, негативно имеет последствия, связанные с жертвами, разрушениями, расходом материальных средств, но оно имеет и очень серьезный позитивный момент.